Маша, два Беломора. Как? Ты здесь? А где же мне еще быть? Как где? Я ж тебе два часа тому назад велел ехать на базу за трансформатором. Ну и что? Как что? Да из-за тебя же истукана сегодня совхоз останется без света. Ну а мне что? Да ты понимаешь, что ты болтаешь? Ты понимаешь? Ну не я буду, если я тебя за такие разговоры завтра же не уволю. Понял? Пожалуйста. Вот так. Вот сегодня. Вот так. Ох и правильный ты парень, Мишка. А? Люблю я тебя за твою душу. Они понимают тебя у нас, не ценят. Плевал я на них. Эх, Мишенька, ведь жизненно есть жестянка, понимаешь? Копейка человек, он правит, куда ты ни кинься. Правильно я говорю? А он мне учение под нос тычет. Да ты понимаешь, что в нашей жизни учись, не учись, один хрен. Правильно я говорю, Миша? Своих-то, небось, в университет готовишь, а? А что толку? Вот он, Мишка, шофер. А сколько ты зашибаешь в месяц, позволь тебя спросить? Полторы, ну и что? А? Вообще вы инженер. Инженер, инженер. А есть инженер, который по 80 получает. А? О! Ага. О! Вот он, человек, уважаемый человек. Настоящий человек. На, кури. Спасибо, Миша. Спасибо, дорогой. Миш, ты куда? Миш! Миш! Ну як, Миш, поїдемо, а? Ну як же, Миша? Пошли ви. Слушайся дядю Мишу, да сиди ты не вертись. Вот пирожки дядя угостишь. Ну все уселись. Это что такое? Миша, хочу просить вас, чтобы вы взяли моего Юрку в город и купили ему костюмчик. Директор разрешил. Что, что, что? Костюмчик, понимаете? Он порвал последние штаны, а я не могу отлучиться. Отпуск кончился, в школе переэкзаменовки начинаются. А он 1 сентября идет в школу. Такое событие для него. Понимаете, в первый раз. Вы не беспокойтесь, я вам заплачу. А вы деньги на костюмчик. Только вы, пожалуйста, выбирайте покрепче, я вам буду так благодарна. Дуй-ка ты отсюда, слушай. Как? Дуй, говорю, как? Зачем вы притворяетесь скотиной?